нас майские праздники. Хотя я почти все праздники проработал, но сегодня мы все-таки вырвались. Вырвались мы на рыбалку всей семьей. Поедем сейчас ловить рыбку на один платный пруд. Потому что на бесплатном у нас сегодня сейчас же ограничения, ловить толком нельзя. Надеюсь, что там можно. Вот. На улице тепло вообще, классно, прям как летом, очень даже жарко. Но у нас какие-то тучки заходят. Я надеюсь, что нам повезет. Все, друзья, мы приехали на прудик. Классно. Сейчас разложимся, пикничок устроим, порыбачим с малышом. Сейчас сфотографировать. Давай. Поймали рыбку. Кое-как быстро-быстро папа заметил, пока мы там с мангалом. Я жарила шашлык. Папа молодец. Я сделала салатики. Так, сейчас будем смотреть, готова у нас картошка или нет. Вау, она прям вообще супер мягкая. Сейчас мы ее так вот посолим. Шашлык, башлык, все дела. Вышел и варим картошку. Печем. Так-то вроде клюет. Ну не скажем, что прям хорошо, но клюет. В целом нормально. Прошу нас вообще поймали, по-моему, одну или две тотки. Ну да. О, клюет. Иди быстрее, иди, что? Лови. Я не умею. Лови, иди. А что, что ловить-то? Вот стой, здесь как клюнет, в следующий раз дернешь. Так прикольно повидал. Блин, а сухарики просто. Ну ты сухарики возьми здесь, ешь и лови. Я же наловился, теперь ты маленько лови. А ты с шелком будешь сидеть? Ноги в раскоряк, в разные стороны. Я думал, сейчас прям нырнешь и прямо ее там схватишь зубами под водой. Папа у нас рыбу ловить умеет. Да, он кого-то поймал. Кто это? Это кто? Мы даже неплохо так рыбку прям половили. Хотя даже покажу свой улов. О! Видали? Кратишки. Таких прям парочку фикакнуло нормально на рыбку. Короче, рыба меня уже утомила. Надо идти есть. Она снова клюет. Сейчас вот это вытаскиваю. Вот это сейчас вытаскиваю и иду есть. Рыбка!
Ребят, мы наловились, шашлычка наелись, едем потихонечку домой.